А вот для жителей улицы Добросельской, что в Дороничах, проблема бездорожья сегодня решилась. Всего за месяц там построили новую дорогу в рамках реализации областного проекта по поддержке местных инициатив. Вместе с местными жителями прелести новой дороги оценила Алина Мозгова. В поселке Дороничи Юлия Фарафонова живет 7 лет. За это время, по словам девушки, в плен бездорожья на улице Добросельской попала не одна машина. Сегодня картина изменилась кардинально. Еще на одну непроходимую улицу в поселке стало меньше. Ходили, бахилы одевали на ноги, чтобы добраться просто до остановки. А сейчас вот она. Раньше даже в город нужно было специально ездить, детей свозить, на роликах покататься, на велосипеде с собой брали все и ехали в город. Сейчас мы здесь, вот, пожалуйста, вся перед нами эта дорога, и она нам нужна. Как только на Добросельской разрезали красную ленточку, опробовать новую дорогу смогли все желающие – автолюбители, велосипедисты и пешеходы. По словам чиновников, победить бездорожье в своих населенных пунктах сегодня под силу всем желающим. А сами власть имущие – сила не движущая, а вспомогательная. Пока бы в наших там больших планах по городу эта улица дошла бы, очередь этой улицы, да, то много бы уже изменилось. Но вот как раз этот проект, он показывает то, что жители могут сами. Жители могут сами многое изменить в этой жизни. Могут помочь себе, сделать для себя что-то приятное. И мне хотелось бы, чтобы вот ваша инициатива этой дорогой не заканчивалась. Сегодня жители Дороничей новой дороги радовались. Каждый чувствовал свою причастность к ее появлению. На ее строительство собирали по 10 тысяч рублей из дома. Независимо от того, сколько семей в нем проживает. Пока к качеству дороги у местных жителей претензий нет. Главное, говорят, чтобы оперативность ее строительства не сказалась на качестве. Алина Мозгова, Алексей Стахеев, Бюро новостей Давича.